Андрей Ануфриевич Дубенский, боярский сын, воевода, основатель Красноярского острога, давшего начало городу Красноярску. Биография происходила из обедневшего западнорусского дворянского рода, младшей ветви столичных Хрипуновых, Онищковых, Риполовских. Предки Дубенского, родом из Дорогобужского уезда Смоленщины, начали служить великому князю московскому Василию II в 1425 году. Дорогобужские земли с 1618 года по 1667 год входили в состав Речи Посполитой, поэтому в польской литературе Андрея Дубенского иногда называют Анжей и считают выходцем из Польши. Существует также версия о западноукраинском происхождении Андрея Дубенского. Его родовая фамилия вполне может означать принадлежность к древнему городу Дубно на Волынщине. Выходцем из этого города был, к примеру, его современник, известный западнорусский церковный писатель, поэт и богослов 17 века архимандрит Виталий Дубенский. В 1628 году Андрей Дубенский основал Красноярский острог. За заслуги в деле освоения Сибири из боярских детей переведен в уездные дворяне. С 1631 года служил в Курмышском уезде, имел там поместье, пожалованное за службу. Кроме того, на правах вотчины владел во Владимирском уезде третью села Заболотья. Память именем Андрея Дубенского названа улица в Красноярске. Памятник Андрею Дубенскому в Красноярске открыт 30 августа 1997 года, поставлен на край утеса на месте, где Дубенский написал грамоту царю со словами: «На яру место угоже, высоко и красно, и лес близко всякой есть, и пашенных мест и сенных покосов много, и государев да острог на том месте поставить мощно». Вокруг памятника обустроен небольшой сквер со смотровой площадкой, откуда открывается вид на центр города вместе впадения Качьев Енисей. Статуя Дубенского выполнена из бронзы и стоит на высоком гранитном столбе, указывая на место, где раньше был Красноярский острог. Недалеко от памятника расположен медицинский университет. Были предложения по переносу монумента для расширения автодороги во избежание пробок. В настоящее время памятник – одна из достопримечательностей города.